цифры, которые помогают продавать. Итак, в продажах есть факты, есть мнение. Мнение – это хорошая команда, качество, гарантии, там, индивидуальный подход и прочий бред, который вообще не имеет отношения к продажам. Продают цифры, продают факты. Например, там 30 тысяч квартир продало агентство недвижимости, значит, оно знает все квартиры в этом городе. Например, там 25 тысяч клиентов уже пользуются этой программой. Окей, подходит. 20 сотрудников будут заниматься вашим проектом. Подумайте, какие четкие, понятные цифры, которые не врут, я имею в виду цифры, с которыми сложно поспорить, могут касаться именно вашего бизнеса, именно вашей продажи и могут точно убедить клиента. Это могут быть цифры, проценты, проценты от результата, четкие цифры дохода или прибыли компании. Подумайте, какие цифры нужно сказать клиенту, чтобы он точно купил. На связи был Игорь Адашевский, и до встречи на следующих тренингах. Пока!